Привет! Курил! Да не курил я! Чего не позвонил-то? Я бы хоть встретил. Ну, буду я еще деньги зря тратить. Давай. Слушай, куда ты такие тяжести таскаешь, а? Ладно, я привычная. Да это соседи паразиты. Как узнали, что я к себе собралась, сразу сумок своих напихали. И наша, говорит, тоже продашь. Они же, знаешь, поселковые, наглые, как танки. Че там, кирпичи, что ли? Да сейчас прям кирпичи. Мясо, сальца. Мое любимое. Все на продажу. А как ты хочешь? Денежки-то нужны? Ну давай, тащи все на кухню. Вася! Вась! Ну что ты? Ну пробу снял. Свежие. А он. Видал? Ух ты. Какое перло. 2-3 дня не протухнет. Вася, а я ведь на тебя надеюсь-то. Торговать не буду, даже не уговаривай. Ради бога. Торговать талант нужен. Так, а вот здесь ваза стояла. Как? Что, вазу разбили? Такую красивую вазу разбили? Да ничего не разбивали, вон она в зале стоит. В зале! Ваза на кухне должна стоять. Почему она должна стоять на кухне? Потому что красиво. И все. И сняли тему. Вася. Ты же у нас начальник. Ну, позвони ты там кому надо. Ну, чтобы мне на рынке никаких неприятностей не было. Торгуй, мол, Маша свободна. Не, извини, не могу. Ну, что ты как не родной-то? Ну, у меня же скоропортящийся товар. А? Взятка. Я служебным положением. Машенька, извини, для собственной выгоды. Не приучен использовать. Это не для собственной, это для сестринской. А потом, что это за положение такое, которое использовать нельзя? Нет у меня уже никакого положения, Маш. Не работаю я в милиции, поняла? Нет? Как это? А вот так вот. На пенсию меня отправили. Да как на пенсию? Ты же молодой. Скажешь тоже. Молодой. Ну, а что, не позвонил, не рассказал? Ну, что, вот не позвонил и не позвонил. Чем бы ты помогла? Ну, хоть посочувствовала бы. Ну, что мне сочувствовать? Еще не помер. Пока. Вот. Ладно. Ну, в общем, так. Давай. Маш, располагаешься в моей комнате? Нет, братик, комната твоя хоть и светлая, но я уж лучше, как обычно. А вот не получается, Маша, как обычно-то. Я вот в эту комнату уже жильца впустил. А как? Денежки-то нужны? Опять в зале куришь? Да не в зале я. Давай. Да не надо, сама. Я сейчас на рынок. Значит, своим позвонить не можешь. Маш, не обижайся, не могу. А я по старым связям. Через Наиля. Он бандит, конечно. Но человек отзывчивый. Проходите. Так. Значит, этот ваш? Нет, нет, это соседский. Вот мой. А, понятно. Вот, значит, ваш дом. Да, мой. А что, не нравится? Почему не нравится? Нравится, нравится. Так вот, забор какой-то скучный. Так получилось. Ну, я его потом под Босхарта покрашу.
А чего? Великий голландский художник. Понятно, понятно, да. Так, а комната, значит, наверху получается. Наверху? Вид, конечно, не очень, не на солнечную сторону, а на соседский дом, но прошлому жильцу даже нравилось. Понятно, понятно. Зато тихо. Сосед чихнет, слышно. И что, часто чихает? Да нет, иногда. Ага. Насчет комнаты не беспокойтесь. Прошлый жилец все починил. Угу. Рукастый такой. Жаль, мало пожил. Умер, что ли? Да вы что, типун вам на язык. Съехал он. Крышей. Что? Шутка, шутка. Съехал, значит, не устроила цена, качество. Надо бы скинуть немножко. Предложили. Вот он и съехал. А если вас не устраивает все отношения, то извините, простите. Я ничего скидывать не собираюсь. Ну, нет так нет. Приятно было познакомиться. Прощайте. Почему прощайте? До свидания. Завтра въезжаю. Привет. Привет. Что, так и будем стоять? Или, может, пригласишь на чашку чая? Настя. Что? Мне просто с чаем напряженка. К черту чай. Ух ты! Ага. Жарится что-то. Как в ресторане. А как же? Это чего у тебя такое? Так, спокойно, спокойно, без рук. Знаешь, старая московская примета? Вещи посреди комнаты к гостям. Значит, надо приготовить встречный ужин. Кто счастливил-то? Сестра из Анны. А, откуда? Деревня в Воронежской области. Анна называется. Вот и получается, Маша из Анны. Алло, Настюха! У тебя там все в порядке? Папа, да у меня все в порядке. Я, в общем... Я ночевать сегодня не приду. Подожди, это как? Тетя Маша же приехала. Ну, она же не на один день приехала. Ну да, тетя Маша на один день не приезжает. А ты где сейчас? У Алисы? Ну, если тебе так будет легче, то да, я у Алисы. Все, папа, у меня батарейка садится, давай пока. Какая бы... Ты точно у Алисы? Накрывай на троих. Настя сказала, что не придет ночевать. Да. Ну что ж, очень жаль, конечно. Что, и это все? А что мне теперь, волосы на голове рвать? Да чего уж там рвать-то? Я не знаю, реагировать как-то надо. А то ведь, главное, мне очень жаль. Но мне действительно жаль, что Настя не попробует мой шедевр. Ну что делать? Ну, отложим ей немного. Тоже мне. Родной отец. Дочь дома не ночует. А он только о жрачке думает. Ты кому звонить собрался? Кому, Насте, узнать, как дела. Слышь, псих,
Взрослая девушка не обязана отчитываться перед тобой за каждый свой шаг. У взрослой девушки есть свой дом. Вот пусть в нем и ночует. Тебе сказала, что будет ночевать у Алисы. Я надеюсь, что у Алисы. О! Маша пришла. Привет. Здорово. Ну как, ты разобралась там с этими с рыночными делами? Да, все в порядке. Наиль помог. Все за 5%. Святой человек. Ну, я тебя поздравляю. А кто в вазу опять переставил? Я. Я тебя забыл представить. Это вот жилец, про который я тебе говорил, Бочкин. Бочкин. Это моя сестра Мария. Очень приятно, очень приятно. Бочкин Иннокентий Сергеевич. Так вот, ваза должна стоять на кухне, Иннокентий Сергеевич. И, кстати, чем там пахнет? Ты присаживайся, Маша, садись. Давай перекусим, Иннокентий Сергеевич готовит, просто пальчики оближешь. Да мужик никогда ничего путного приготовить не может. Ну, не скажите, бывает исключение. Нет. И все, сняли тему. Ну что, Машунь, по 50 для начала. Оп! Это чего? Это, извините меня за нескромность, мой небольшой кулинарный шедевр. Какой же это шедевр? Это ж Клавкина нога. Надеюсь, Клавка это свинья. Клавка это моя соседка. Хотя свинья, конечно, тоже порядочная. А Жоркина сало где? Сало я прокрутил. Я не знал, что это Жоркино сало. Я думал, обычное свиное сало. Убили. Ой! Ой! Вот убили, и все. Маш, прими. Ой! Прими. Ой. Ой. Давай, закуси чем-нибудь. Чем? Салом. Ну, ты действительно... Тише, ну ты бы спросил бы, что ли, ну. Ну, оно лежало в холодильнике, я думал, что оно наше, можно брать. Ага, правильно. Лежит, бери. Чего думать? Вот, говорят, анинские наглые. Да на каждых трех наших наглых один вот такой вот, такой жилец с мясорубкой найдется. Да, Кеша, между прочим, то, что ты здесь учудил, под статью подходит. Это кража, совершенная с особым цинизмом. Это статья не про кражу, а про убийство. А ты думаешь, мы далеко от убийства? А ты сам вот чем думал? Когда не знаем, кого в дом пускал, а? Вы меня извините, ради бога, но я хотел вас удивить. Это сюрприз. Вами вообще не желаю разговаривать. И все, сняли тему. Маш, ну кто знал? Да ну тебя. Ну, права, Маш, права. Фух. Вот так вот. Начало дочери. Дома разрешаем не ночевать. Потом Клавкины ноги воруем. И все. Покатились по наклонной. Не переживай ты. Потом съедим. Марш! Что я теперь соседям скажу? Надо же такое учудить, целую ногу в печь. А сало? Ты знаешь, у Жорки сало какое? Мед, а не сало. Ну что теперь поделаешь, Маш? Ты его тоже пойми, он же не со зла. Теперь назад ты не воротишь, ну чего? Может, правда, пойдем поедим, что ли? Ну, на вид-то вроде вкусно получилось. Да мне теперь кусок в горло не полезет. Где ты его вообще подобрал, жильца этого? Документы проверил у него? Наверняка уголовник. Да ну, Маш, ты чё, я-то в этом понимаю. Ну какой из него уголовник? Просто интеллигентный человек. Вот именно, вечно к тебе всякие уроды прибиваются.
Как мне Клавкину ногу жалко. Прям как свою. В общем так, Вася, ты как хочешь, но чтобы его ноги в этом доме не было. Чё ж ты прям так сразу-то? Вот именно так. И все. И сняли тему. Маш, ну подожди, это невозможно. А чего невозможного-то? Если стесняешься, я скажу, что Буматова. Да нет, дело не в этом, просто... он же вперед заплатил. Ну чё ж, мне же возвращать надо. У меня денег нет. И у меня теперь нет. Вот гадство. А еще Клавке с Жоркой из своих кровных отдавать придется. Ладно. Придумаем, что делать. Слышь, Вась, ты это, а чё ты сестрёнке своей не сказал, что я не какой-то там хрен с горы, а так, на секундочку, отец Насти, а? Я сказал. Что? Не, в смысле, я имею в виду, я хотел сказать, но просто как, понимаешь, сердце слабое, ага, у Маши, да? Я скажу, я обещаю, да. Я только подготовлю ее и сразу скажу. И сколько ты ее подготавливать собираешься? Не знаю, день, два. Ну, это хорошо, я думал, год будешь подготавливать. А что? Маша, это не ворованная нога. Ее долго готовить надо. Ладно, все понятно. Вот Настя завтра приедет, она все сама расскажет. И все наладится. Что все наладится? Все наладится. Знаешь, одно дело, когда жилец накосячил, а другое дело, когда родственник. Разные вещи. А кто у нас родственник? Я родственник. Марья Павловна, как спалось? Нормально. А теперь освобождаем помещение. Я тут завтрак готовлю из собственных продуктов. Я повторяю, для приезжих мужику на кухне не место. Ну, а как же блины-то я? И сняли тему. Тетя Маша! Привет! С приездом! Здравствуй, моя красавица! А че худая стала такая? Не кормит никто здесь. Да вы что, наоборот, я здесь ем как зверь какой-то. Знаете, как Иннокентий Сергеевич готовит? В курсе уже. Доброе утро, Настенька. Может быть, ты еще что-нибудь расскажешь своей тете обо мне? А что, папа ничего не сказал? Странно. Тетя Маш! Это Иннокентий Сергеевич. Прекрасный человек и мой коллега по работе. Представлялись уже 1000 раз. Вот чего повторяться-то, а? Ну, замечательно. Настя, погоди. И что ж получается, я твой коллега по работе и все? Ну, не только. А чего ж ты своей тетке не сказала, кто я? Па, ну извини. У тети Маши сердце слабое, ее надо подготовить. А. Сколько ты ее будешь готовить? 3 дня. Папа твой быстрее готовит. Настена, а? Вот чуть не забыла, сейчас ведь опять усвистишь, но вечером чтобы была дома. А что будет? Семейный ужин. Ой, супер! Семейный.
Здравствуйте, Елизавета Александровна. Вот как договаривались. Да. В смысле нет. В смысле все отменяется. Как отменяется? Почему? Обстоятельства изменились. Подождите, подождите. Так дела не делаются. Ну, я же видела. Вам дом не понравился. Забор скучный. А после вас другой жилец приходил, так ему прямо все очень понравилось. Особенно забор. Да. Он вперед заплатил, да. За 3 месяца. Да кто вам сказал, что мне забор не понравился? Забор мне очень понравился. Я готов за него заплатить в 2 раза больше. В 2? В 3. Нет. Я обещал. Вы меня удивляете, Елизавета Александровна. Понимаю. Сама удивляюсь. Извините. И забор у вас скучный. Ну чего? Чего? Ушел. Ну и хорошо. Да чего ж хорошего-то? Ты толком можешь объяснить, зачем ты просил жильца отказать? Ну ладно, в общем, такие дела, Лиз. Я сейчас на диване сплю. Уже неудобно и жуть. Я и подумал, вот так сестра надолго останется. Я просто не выдержу на нем спать. Придется к тебе ведь проситься. На постой. По-соседски. Вот и думаю, что тебе дороже. Деньги или соседские отношения? Святые. Соседские отношения. Причем не обязательно святые. Кеша, слушай сюда. Ну, похоже, Бруньков не успокоился. Только что к Лизе приходил заселяться один тип. Явно его человек. Можешь не беспокоиться, я его спровадил. Ты смотри там только будь. Поосторожней. Ближе 3 метра к себе никого не подпускай. В избежание, так сказать, провокации. Понял? Вот так. Ну, давай, пока. Прошу к столу! Ну, как говорится, чем богаты, тем и рады. Вот здорово. Ой, а где мой прибор? А вы меня не поняли? Что, простите? Ну, я, конечно, понимаю, вы Васин жилец и Настенкин коллега, но я вам сказала, ужин семейный, то есть только семья. А. Понятно, понятно. Спасибо за разъяснение. Видимо, я вам тоже должен кое-что разъяснить. Кеша! Я... Иннокентий Сергеевич. Так плотно сегодня пообедал, что... Думал, как бы мне отказаться от ужина. А тут и повода искать не надо. Спасибо. Чудненько. Мне бы такое слабое сердце, я бы 300 лет прожил. Что-то происходит? Да нет, Маша, ты ничего, ты что? Нет. Все нормально, перестань. Ну так что? По чуть-чуть? Да. Thank you.
все будет нормально. Давайте помогу. Да, обойдусь. Да зря вы так. Обиделись, что ли? Да нет. Выставили человека из-за стола. Обычное дело. Угу. Значит, обиделись. Зачем мне с вами за одним столом сидеть? Я вообще не знаю, что вы за человек. Да я могу рассказать, если интересно. Присаживайтесь. Только предупреждаю, без вранья. У меня на вранье чутье. Понимаю, это у вас семейное. Хотя я врать не собираюсь. Посмотрим. С Васькой где познакомились? С вашим братом, Марина Павловна. Мы учились вместе в академии. Подружились. Общие интересы оказались. Потом закончили академию. Вася пошел в милицию тогда. А меня, как специалиста, послали на секретную работу в Мексику. Куда? В Мексику. А что так далеко-то? Так надо было. Выполняя задание, я попал в плен к местным партизанам. Отряд Диего Риверы. Лютые головорезы. Можно сказать, просто монументалисты. Меня чудом не убили, узнали, что я руссо. А они очень уважали русских. За что же это? Ну как за что? Много общего. У нас революция, и у них революция. У нас партизаны, и у них под каждым кактусом отряд сидит. И в этом отряде была дочь одного партизана. Хосе Давида Альфара Сикейроса. Кстати, звали ее так же, как и Вась. Мария. Мария Сикейрос. А я такое только в кино видала. Ну что вы. Жизнь запутаннее и интереснее любого кино. Мария полюбила меня. А я думал только об одном. Как бы быстрее покинуть отряд и выполнить свое задание. Я должен был под видом повара проникнуть в дом наркобарона и совершить покушение на него. Убить? Насмерть? Угу. Ладно. Но я не хотел его убивать. Я тянул время, врал, измучился в конец от безумной любви Марии и приставаний наркобарона. От меня требовали действий. А я говорил, смело отвечал, не трогайте его. У него больное сердце. Он умрет сам. Мы окажемся вне подозрений. Так прошло 20 лет. Сколько? 20. За это время партизанское движение сошло на нет. Мария устала меня ждать и вышла замуж за Комиевы Жора из Сан-Франциско. И уехала с ним. Наркобарон наконец-то скончался от сердечного приступа. И я вернулся домой. От Мексики у меня осталась любовь к живописи, музыке и изысканной кухне. И извините меня, Мария Павловна, но ваза должна стоять не на кухне, а в гостиной! Как в доме у наркобарона? Да! Хорошо. Накиньте, Сергеич. Тоже не спишь, да, Вася? Ну что же ты про своего жильца мне не рассказывал? Я бы себя с ним по-другому вела.
Да я, Маш, в общем, хотел. Ну, я думал тебя подготовить. Хотел. Главное, знал, куда его на 20 лет укатали. Ну, что делать, знал? А даль-то какая, а? А условия ведь такие, что никому не пожелаешь. Я понимаю, что не курорт. Ну, в конце концов, он сам виноват. Чем? Что классным специалистом был? Не таким уж и классным. И за это его в Мексику, да? Куда? В Мексику. В Мексику? А, ну да. И что он тебе еще рассказывал? А много чего Вася рассказал. И про дочь партизана Марию Секирс. Про наркобарона с больным сердцем. Ну, у которого ваза в доме стояла. А про детей потерянных он тебе не говорил? Ну, вы что, еще дети потерялись? Вас? Не-не-не, Маш. Я перепутал, это другая история. Ой. Иди спать. Да прямо уснешь спать. Здесь стоять будет. Накиньте, Сергеевич, а это ж надо такой талант к торговле иметь. За полчаса все сторговали. Нет, без вас я бы там точно до вечера выколупалась. Нет, Мария Павловна, на такой подвиг меня сподвигнул только ваше присутствие. Ну что вы говорите? Честно, 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 ваше присутствие плюс спецподготовка. А что это за спецподготовка? О, знаете, нас в академии чему только не учили. Но не могу разглашать тайну. Извините, извините. Я вот хотел спросить, не согласились бы вы составить мне сегодня компанию, а? Ну, если только по рюмочке. Нет, я не об этом. Я вообще не пью. Совсем? Ни капли. Спецподготовка. Она. Просто хотела вас пригласить. Сегодня вечером дают тортильи. Мучного-то мне не надо было. Нет, это Джузеппе Тортини, великий итальянский композитор. Может быть, мы вечером сходили бы в консерваторию? Я люблю музыку. Да? Но если только не нудная. Не-не-не. А итальянцы-то они, вон, народ живой, да? Челентан. Всем привет! Здрасте. Вы можете меня поздравить? Поздравляем, а с чем? Я еду в Германию. С нашей выставкой директор только что сообщил. Так. Настя. Что? Ты Герхарда помнишь? Помню. Он как раз выставку с немецкой стороны курирует. Настя, а мне надо, чтобы он меня немножечко покурировал. У нас с ним, это, Кляйна Либе случилось. Алиса. Директор сказал, что поедут два человека, а напарника должна выбрать я сама. Выбирай. Ну, вообще-то я хотела взять Никиту. Правильно. Только Настя знает, что лучше, чем я, у тебя подруги нет и не будет. Поэтому твоя Кляйна Либе победила. Поздравляю, поедешь ты. Никит, ты не обижайся. А он не обижается, да, Никит? Андрюша! Привет! Привет.
Вы что творите? Что? Вы же меня полностью, понимаете? С ног до головы у меня хлещет из всех щелей, понимаете? Нет. А что происходит? Я не понимаю, я просто спал. Значит, ты просто спал? Она просто заплыв в ванной решила устроить, да? Просто заплыв! Вы чем тут занимаетесь-то среди бела дня, а? Послушайте, а это уж не ваше дело. Что? А чье? Это чье дело? Это вам удовольствие, а мне ремонт получается. Не, ребята, я вам не монетный двор, у меня нет станка печатного. Послушайте, вас как зовут? А тебе оно надо, как меня зовут? Ну, просто неудобно как-то незнакомому человеку деньги предлагать. Да. Какие деньги? Какие деньги? А что, уже не надо? Как не надо? Чего не надо? Кому не надо? Клавдия Михайловна меня зовут. Очень приятно. Замечательная Клавдия Михайловна. Завтра вам Андрюша деньги занесет. Ага, завтра мне Андрюша деньги занесет. Хорошо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Моя! Это съемная квартира, Настя! Настя, какие деньги? У меня сейчас нет! Так, тряпку давай! Зачем? Золото намывать будем! Вроде поладили. В консерваторию пошли. Тартини слушать. А мне вот Лиз Пергализи больше нравится. А раньше я его не понимал. Вась. Ты скажи, ты ко мне собираешься переезжать или как? А зачем? Да ты что, Вась, ты же сам говорил. Погоди, Лиз, ты о чем сейчас? О святых соседских отношениях. А, ну так я это, того, на диване. Зачем на диване-то, Вась, у меня кровать есть. Ну, погоди, Лиз, ты не шуми. Ну, может быть, когда-нибудь и перееду. Да что значит как-нибудь может быть? Вася, зачем я жильцу-то отказала? Хорошо, что отказала, молодец, что отказала. Может, я завтра к тебе перееду? Завтра? Да? Ой, здрасте, Анастасия Иннокентьевна. Васильевна. Здрасте, Лиз. Фамилию еще не поменяла? Да нет, мне моя нравится. Надолго к нам? Переодеться. Вот видишь, третий день дома не ночует, а ты, Лиз, переезжать. Надо подождать. Да все. Что? Вася, вставай. А? Вставай, Васенька. Чего? Чего, Маш? Бор у нас в доме, вот чего. С чего ты взяла? Деньги пропали. Какие деньги? Господи, боже мой, на которую я наторговала, все в вазу положила. А в вазу-то зачем? А куда еще? Не с собой же таскать такую кипищу. Всегда туда клала, Вася, Вася. Ой, мне конец просто. Мне Васька караул все. Полный. Маш, все, просто спокойно. Я все, не знаю даже, что Маш, мне спокой. Делать. Спокойно, спокойно. Да, возьми вазу свою. Так, что мы имеем? А ничего мы теперь не имеем больше. Не реви. Спокойно. В доме чужих нет. Я знаю, кто это сделал. Кто, Вася? А больше некому. Говори, кто? Вася, скажи, кто, Вася? Бочкин. Что ты несешь, что он... Не может быть, он же сам знаешь, какой. Я не знаю, Маш. Отойди, не волнуйся, Вася, я сейчас разберусь. Что-то не так здесь. Не волнуйся, я разберусь. Сволочь! Я ремонт Брунькова отмазываю, он за старое! Полез, ерзаинец!
Быстро верни деньги, уголовник. Какие деньги? Ты что, Вась? Машкины из ваты! Не понял, Вась. Да все ты понял! Разведчик мексиканский. Вернешь деньги, заявлять не стану. Вась, ты что? Я ничего не брал. Мех воли не видать. Ты ж меня знаешь. А говорил, что разведчик. Маш, ты здесь? Гони ты его, Вася, от греха подальше. Не могу я его выгнать, Маша. Да будь ты мужиком-то. Что ты вдруг не можешь? Есть причина. И денег он не мог взять. Угу. Значит, я их сама у себя украла. Может, потеряла? Это ты стыд потерял. С варьем связался. У тебя дочь взрослая. Ты о ней подумай. В том-то и дело, что дочь. А он ее отец. Чего? Мы Настю из детдома брали. Ну и что? Ну вот Бочкин ее настоящий отец. Твась больной на всю голову. Как вор может быть Настиным отцом? Может. Я проверил. И это правда. Час от часу не легче. Спасибо тебе, братец. Ноги моей здесь больше не будет. И все. Сняли тему. Мальпан, разрешите, я помогу. Маш! Можно помочь? Обойдемся. А ты еще потом чемоданов не досчитаешься. Давай я тебе такси вызову, а? А вот на такси пусть всякое варье катается. А я и на автобусе доеду. Не развалюсь. Так, а это что здесь еще за роман со влюбленных? Ты что тут делаешь? Меня из московской квартиры выгнали, и вот я здесь. Ну, поздравляю, чего выгнали-то? А мы теперь с Настей там небольшой потоп устроили. Так вот, значит, где ты. Так вот, значит, с кем ты. Огромное спасибо за деньги, товарищ подполковник, на ремонт. Я бы сам не потянул. Ты, пап, прости, пожалуйста, я тебе не успела сказать. Просто надо действовать было быстро. Я их в вазе на столе взяла. Что? В вазе? Да ты знаешь! Вы, товарищ подполковник, на Настю не кричите. Что? Это я еще не кричу на Настю! Ты еще не знаешь, как я умею кричать! Деньги я верну. Говори, Кеша. Ну говори, я потерплю. Вот все, что есть на душе у тебя. Вот просто не сдерживай себя. Что говорить-то? Машу догонять надо. Постойте. Стою, чего? Пожалуйста, не уезжайте. Как же мне не уезжать? Билет куплен.
За него, между прочим, деньги заплачены. Вот я как раз о деньгах. Не переживайте. Да я уж отпереживался. Нашлись они. Правда? Да. Давайте. Сейчас их нет. Нет. Мы сняли тему. Подождите, ну не знала она, что это ваши. Кто она-то? Настя. Взяла без спроса, и вдруг помочь надо было. Понимаете? Так это Настя взяла. До отправления скорого поезда. Вот дела-то. Провожающих. Ой, я дура. Поезд отправляется. Будете садиться? Накиньте, Сергеич. Да. Ну, вы уж простите меня за мои обвинения. Да, ничего, я привык. Но если только... Ну, если только в этом дело, может быть, останется. Да нет, Иннокентий Сергеевич, поеду. Ну, просто мне показалось, что... Что? Ну, что у нас завязываются отношения. А может, и завязываются. Только все это пустое. Почему? Потому что мы родственники. Вы отец дочери моего брата. И все. И сняли тему.